Друзья, смотрите, сейчас хочу в этом видео рассказать вам немного по инфраструктуре, которая присутствует в поселке Гюнюк, там, где находится достаточно немаленькое количество хороших гостиниц хорошего уровня. Значит, смотрите, сейчас я нахожусь на балконе номера, который мы проживаем, гостиница Amara Prestige. Он выходит на эту променадную улицу. В целом, сразу говорю, здесь в принципе ничего особо не слышно с этой улицы, движение, которое есть в сам номер, когда закрыты двери. Вот. Но, смотрите, в принципе, как бы всю основную инфраструктуру легче всего показать вам из этого места, потому что, смотрите, это третий этаж, и здесь достаточно хорошо видно эта улица инфраструктурная. Вот сейчас вам ее показываю. Значит, смотрите, эта улица тянется от гостиницы Киликия Пелос, ну и вдоль гостиницы получается Трансатлантик, которая напротив, и сзади камеры, вы сейчас ее не видите, это гостиница Amara Prestige. В принципе, из всего того, что я видел в этом поселке, как бы это самая активная улица, имеется в виду, здесь большинство бутиков, магазинчиков, где можно купить различную сувенирную продукцию, в принципе, как бы различную одежду, сладости, ну, абсолютно все, что вы захотите как турист здесь купить, все можно на этой улице. Протяженность ее, этой улицы, в принципе, до проездной дороги примерно. Сейчас я попытаюсь показать вам основные здесь цены на различные там продукты, сувениры, одежду, может быть. В общем, показываю это видео уже в темное время суток, потому что, в принципе, целый день мы были заняты осмотром гостиниц. Естественно, как бы вернулся я уже, когда темнело, поэтому показываю видео уже вечером. А завтра утром мы уже уезжаем, естественно, я вам не успею ничего показать. Поэтому хотя бы вечернее время променадную улицу в поселке Гюнюк постараюсь вам сейчас показать и какие цены здесь в 2019 году. Чему готовиться туристам, если они захотят чего-то купить здесь в Гюнюке из какой-то сувенирной продукции, либо другие различные товары. Так, друзья, буквально одну минутку вам еще покажу в этом видео эту улицу вблизи. Буквально через 2 дня выйдет новое видео, в котором будут все цены, которые я увидел на данной улице в магазинах и бутиках. Поэтому, друзья, те, кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, и вам обязательно придет уведомление с новым видео. И вы все это увидите своими глазами. На этом все, друзья. Пока-пока, до новых встреч.